18. Ну, это не мешает гонять голубей. Сейчас возьму дубочку щекатых. Все, голубятня не доделал я. Думаю, за завтра я уже сделаю. Дверь осталась такое. Так, двоечка щекатых. Вот они. Сегодня будут летать. Это два разведчика моих осталось, которые уже неоднократно и от ястребов улетали. Время показывает. Ну, игра, конечно, мне не нравится. А сейчас поднимаю, посмотрим. Так, сейчас будем им бросать. Холодно, не холодно, мороз, не мороз, а голубей надо гонять. Новая голубятня. Новая голубятня, даже их там три. Это мини николаевские будут, там уже голуба сидят, но это я позже сниму, покажу. Сейчас войду на огород, кину. Вышел на огород, и какая красота. Поле, поле, поле. Раздолье. Ну, кинул уже. Солнышко уже поднимается хорошо. У каждого утро начинается по-разному. У кого с кофе, у кого с гона голубей. Перчатки надо было одеть, руки уже немного померзли. Сейчас потихонечку пойдут. Летают они по-разному. От полтора часа. Но самое дольше 4,5 часа летали. Одно мне, что в них нравится, что они не быстрые. То есть не шугают по небу. Уже высота.
Стали на одном месте и стоят. Вот это полукруг и дальше стоят. На одном месте. Зависли и стоят. Если бы они еще, ну, игра, чтоб чаще была, было бы хорошо. Мне такие нравятся, когда на месте стоят. Полет продолжительность у меня 1,5 часа, час, 2 часа головой хватит. Главное, чтобы они стояли на месте и играли. Ну, даже тут тоже. На вкус и цвет того еще нет. Погода сегодня вообще шикарная. Мороз, солнышко, небо синее. Красота.
Ну ладно, пускай летает, а то уже у меня руки замерзли их снимать. Они отстали на одном месте и стоят. И все. Ладно, будем работать и собираться.